Вася, поедем мою модель заберем. Буду над ней издеваться сегодня. Если позволит. Посмотрим, у меня настроение вроде как такое боевое, когда начинаешь уже подготовку, все, там сам переодеешься. Это же все время тоже психологическая и физическая остановка, подготовка какая-то определенная, да? Вот, всегда очень трудно, когда ты, например, уставший или не выспался, или... Или когда раньше у меня там бесконечные скандалы, да, были, когда все включить мигают. Постоянные скандалы были, потом после скандала еще работать, потому что люди приходят, нужно неудобно, нужно делать вид, что все хорошо, да, и вместе работать. Вот, это было очень тяжело, себя вот так вот в руках держать, это было какое-то прямо-таки испытание, смогу или не смогу, как в стрессовых ситуациях таких, да, когда вообще полный скандал, голова полная, бог знает чем, все эти какие-то оскорбления, какие-то все эти там, все, да, и тем не менее приходят люди. Тебе нужно было, в принципе, так сконцентрироваться, делать вид, что ничего не бывало. Для него это было нормальное, да, состояние. А я-то нормальная. Психопатка, у меня чувства. Вот, я в таком состоянии, мне было очень тяжело работать. Ну и кому было далеко, да, нормальным людям. Вот, и тем не менее, нужно было, как бы сказать, это, улыбаться, да, вообще. Хотя на душе было отвратительное, лучше всего желание было просто выскочить и убежать опять в очередной раз, да, куда-то. Ну, она, как всегда, у меня там давил на совесть тогда, да, давил на совесть. Вот, сейчас люди придут, а ты тут типа раскисла там, да, слюни распустила. Вот, соберись, типа, потому что. В общем, ой, что-то вспомнила опять, не совсем не к селу, не к городу сейчас. Вот так вот все время, да, так вот не думаешь, не думаешь, что раз, что-нибудь вспомнится и... Вот, ну вот так, да, типа того, что сейчас настроение, в принципе, так нормальное, так я сконцентрированная, немножко подпробовала уже, включила все свои эти, ну, как они у меня же работали, в принципе, но я сейчас, ну, так, никогда не знаешь, да, никогда не знаешь, что вдруг случится. Вот. Ну, это у нас проба, да, мы напрягаться не будем, мы сейчас просто вот пощелкаем, попривыкнем, она попривыкнет, я попривыкну, так с другом, как бы познакомимся через камеру. Вот. Для нее это тоже, я думаю, что так это, да, немножко волнительно сейчас. Но она заря волнуется, потому что все плохие фотографии, они сразу, ну, бывает всегда, у всех людей есть всегда какие-то тоже не очень удачные фотографии или очень удачные фотографии, или просто хорошие фотографии. Вот. Ну, так что абсолютно у всех людей. Вне зависимости от возраста, не обязательно там 16-летний нужно быть, чтобы хорошо на камере выглядеть. Так что я думаю, что мы сейчас это сам разберемся. Ну-ка, ясно волнуешься, я сама тут перед камерой, меня посади, я вроде все знаешь, и буду там кривляться, сидеть, не поймешь, что урчить, потому что не буду волноваться. Точно так же. Так, а где? Проехала я? Уехала далеко я? Ой, ну вообще далеко собралась, я проехала. Так, сейчас свернусь. Удерживаюсь. А я вот так на них буду. Привет. Приветик. Так, это собачка. Ой, собачка. Сегодня Андрей у нас раздела. А. Вот это собачка. 10 день покупали или это уже запас? Нет, это запас. Там на голову? Ну а как же? Я как в армии. Сказали помыть голову быстро. А ты сейчас и мыла, да? Ты что, быстро, быстро, офигенно. Даже глазки накрасила. Ой. Так что? А ты не волнуйся. Да я не волнуюсь. Просто мне кажется, ты не ту модель бы. Я сейчас лягу и усну. А ты там выставляешь свет. Ну ты что, таблеточку что ли успокоительный или еще? Мне не надо. Не я надо. Утром на лесоповале была. Зачем мне таблеточка? Ну что, успокоенная, да? Таблетка. Успокоенная как-то. Ой, боже. Я сейчас ничего вроде бодренькая такая, знаешь, сконцентрировалась, думаю, работать надо, работать. А, ты приготовилась. Ну ты знаешь, я сейчас говорю, а, неохота что делать-то.
сфотографировалась, даже собаку фотографировала, сейчас там это потренировалась. Хорошо. Еще что тоже было? Предварительная подготовка к предварительной пробной сессии. Так смешно, Боня, я как-то включила, знаешь, этот свет, я по-русски не знаю, где лампа-то. Вот, это... и Боня раз и запрыгнула. Да, и запрыгнула. Она-то знает, потому что мы много фотографировали, она знает еще все это, да? Все эти дела. Вот. И они же, это же свет, знаешь, он же режет глаза довольно-таки, да? И им-то тоже еще, да, знаешь. И вот Ильёш тоже знает, да, он вот они садятся, приспосабливаются к этому свету. Ну, вот чтобы им не больно было, да, и вот вроде терпит. Ну, я думаю, и вот я думаю, а что они при этом думают? Скажешь, что Ольга там делает, что Палаша делает там или как там? Что она делает, какой смысл имеет, да, в принципе. Я их хвалю. Тебе щенят нужно. А? Щенят нужно фотографировать. Ну вот они там сейчас тоже сидели. Она запрыгнула, и их всех туда, типа, ну мы их всех туда затащили. И Боня сначала легла и сядет, так, знаешь, типа. А потом она ушла, их оставила, типа, сама рядом со мной села, вот так, знаешь, слева-справа, и хвостиком виляет и наблюдает, как они там, хорошо ли они там пассируют. Так смешно было, знаешь, что... Ой, боже. Что, скоро папаш приедет, как мы все в семействе. Не у меня живет. Ну, рядом. Ну да, ну типа, да, ну, где-то ночью, пока он притащится, наверное, своими прицепами сразу. С моим мебелью! С какими-то прицепами, с моей мебелью. Прицеп с мебелью, прицеп с кормом. С прицеп с кормом.